А сейчас еще, наверное, дешевле. Почему скидки? Нет, ну там же, когда новое кольцо добавляют, там же цены снижаются, оптимизируются. Mm-mm. Это сирусовское. Так, блядь, нет, ну типа реально оптимизируется. Потому что здесь mm-hmm. кольца дороже, чем на Афе. На Афе нет, там типа фулл кольцо 15 тысяч стоило, а здесь типа под 40. Я репу с перинтором скачал. Там если репу вкачиваешь, кольца дешевле. Нет, 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 я имею в виду, да что нет, здесь... Да не оптимизируются сирус... здесь цены, нет. Сирус подкрутил здесь цену на эти кольца, потому что кольца здесь, типа, 250 какое-то, по-моему, оно стоит порядка, там, что-то около 40 тысяч. На Афе 15 тысяч стоило полное кольцо. Это ты про какие кольца? Долоранские? Перинторские, это долоранские, да. Ну, я брал только, когда Накс был еще 13 или какой там, и потом 26-го, а потом еще. Не, ну сейчас это только для этого используется, и все. Вот он, а где там звук? Давайте посумоним. А сейчас оно какое? 26-е? У меня 26-е. Сейчас долоранское. Какое кольцо максимальное? А, кстати, а вот эти ботинки, они не стакаются с этим? О, Корнес, зачем Свара вышел? Зади назад. Так ты можешь... Из звуков коражан я не могу сменять сложность. А я, ну, типа, из звука присумонил. Не, а рост, если можешь за 10 бонусов, за 12 плач, блядь, который ТП-шит. И все, и хуй не дуть. Так он на заряды, там 20 зарядов, по-моему. Он бесконечный. Все, из звука здесь, пойдемте. 20 зарядов, это в том, тот, который в сумке дает. Представил? Докачаешься. Да, какой? Да. Подожди, за орк Ленкане. Сейчас. Да тот плащ, подожди, он же этот, он... Реально кинет. Есть за 10 бонусов такое? Да. Я не видел. Ну или там выберешь на себе, что тебе надо. Mm. Что это за плащ? Ну, это твинковский плащ для этого. Прикольно, мне нравится. 10 бонусов. Ну, кстати, слушай, реальный вариант. Ну вот. Ты все равно искал, во что себе тебе вдонатить. Мне больше надо. Ну. А можешь нужно... донатить что-нибудь и дать это мне. 30 бонусов задонатить. Можешь задонатить мне ренейм, я себе твинков буду ренеймить всех. Где там Изука? Я Сердон задоначу, наверное. Блять, Изука нашел, где портал поставить, пиздец. Можете, кстати, наручи задонатить, которые ты хотел. За 3 косаря. Мог бы этому Зоркому задонатить. Типа, мне нужно 300 бонусов, ой, 300 бонусов, 30 бонусов, а не 300. Ну вот плащ себе купи, еще что-то. А можешь задонатить этот шапку? Нет, не хочу. Т4. Зоркому. Мне уже донатил, наверное. Теперь, наверное, донатить надо, блядь. Да пиздец, блядь, нахуй. Слишком добрый парень, блядь. Всем уступаю, блядь. Да, блядь, самый замечательный, блядь. Ну чё, самый лучший. Цветы, конфеты жду. Чё, ебашим? Я тебе могу говорить, только 15 косарей могу дать. Чисто сходу. Давай мне, так, а слушай, я согласен. В одного танка, да, у нас? Да, в одного. Угу. Все, окей. Айнан Геру на выход червей. Мне, кстати, супер не нравится, блин, как здесь черви стоят и как их вообще танчить. Ты вот здесь, типа, становишься вот так вот, по-моему, и они как раз оба в одну точку спавнятся. Да, оба хуй. Ну, блядь, ну да, типа, ну что поделать, ну это Сирус. Под милизону хилы не подходите, кастер не подходите. Нет, раньше на Сирусе вылезал вот здесь слизняк. Ну да, он так и должен вылезать, это баг. А сейчас типа прям пиздец. Какие-то я ж не могу его повернуть, и он меня типа отталкивает, поебан. Кстати, кто снова не на пуле, угадайте. Да, блядь, ты угораешь надо мной или чё? Нет, на пуле. До свидания. Все, что я показываю, добавим. Ну, у меня КД, типа, что мне делать? Ну, скринскрин. Блять, я принтскрин сделал, вот, типа, время запомни. Блять, я не могу тебе, ну, типа, ХП. Вот, да, и... Я запомнил, так я тебе скину. Ctrl-V в Discord нажми сейчас. Да я не, блять, у меня Discord с телефона. А, под Мелизону, Лангрис. Там, блядь, машина ДПС стоит, ждет, когда какой-нибудь кабаль подойдет.
А мне стаки сбрасывать эти баблом или нормально, да, прохилите? Да. Нет, баблом сбросишь. Мне кажется, прохилите. Сейчас всего лишь по 10к дамажит. Будет максимум по 15. Там еще два червя было. Зорки, отойди. Да блядь, что за хуйня? Ну я прожму как раз. Точнее прожму. Ты заебал, блин. А черви быстро вылазят? Ну да, относительно. Успеем забить кабаль до этого. Нажимай бабл, сбрасывай стаки с мастером. Блин, я думал, как это лучше сделать. Ну блин, ну никак получается. Смотри, на пула дал, смотри внимательно прям. Чекай. Смотрю. Слово, ну сыграли, Геро дали. Рейдж между собой держим. Ага, босс на себя словил этого. Огонечек, ну понимаю. Корнес там обжигаешься. Масса кров. И прожмись. Я дал. Да, босса пробегай, босс. Без... Ну если что, на танке есть. Огненную ауру поставьте, не вижу. Сука. Блин, прикалывайте что ли. Ну похуй, так добьем, ничего страшного. Босса понятно. Чё, давай. Кого есть? Поднимай Изука, а идеальный Лагрис поднимешь. Идеальный КД, кого резать? Поднимай Изука. Держите дистанцию. Блин, ну что вы так, блядь, идете все в одну точку? Дистанция, да. Да, босс далеко, близко точнее стоял. Ну, прохиливай. Каплю в него, да? Огонечек бросил, под щит Альянс стянулись. Ебану. Блять, по мане сел, охуительно. Блин, ну нахуй там Изука стоит, не понимаю. У него портал. Да, только он в стены. От розы разбежались. Лол, кто это бежал? Так, кто-то прямо в этого бежал. В кого? Ну, в макаку эту. Так не знаю. Скинь агро. Че ты брошу? И Изука, надеюсь, бля, и босс. Да я кинул тебе на получение. Вот сейчас не кинул, кстати. Похуй, Изука умрет,
будет знать, как нажимать распола. Нажал, кстати, не сдох, красава. А, сдох, поэтому не нажал. Слабый. Ну, надо карнезу этого босса возвращать Фурика. 5% крита это прям вкусно. Опа, чертеж выпал, нихуя себе. Опа, жезл. Что там заказывал? Так, чертеж мой, надеюсь. Надеюсь, мой. Надеюсь, понимаю. Мой. Красивенький такой жезл. Не лежите, вставайте, тут идти даже не надо никуда. Запускайте там еще пиздец. А, сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. А эти появились ли режимец же еще, да? Какой он, блядь, медленный, сука. Гном старый. Не каждый раз так долго пиздит. Never. Меня просто покидывается нормально. А я знаю, как доказать, что ты не давал на пол. Ну, сейчас ты прав, я сейчас на пол не давал. Сейчас проебался, согласен. А в тот раз, есть какие-то доказательства? Ты, кстати, скинул скрин? Я скину после этого, у меня на телефоне, или как это сделать? Ладно. Ну, конечно, есть доказательства. Если я вижу, что ты появляешься в этом, в Омане, значит, ты не даешь на пул. Понял. Типа, если ты даешь на пул, ты с пула не появляешься в Омане, ты все шагроперы направляешь, не 50%. Нет, ну все, да, конечно. Ну, значит, ты не должен там появляться хотя бы первые 6 секунд, так, правильно? Так, забирайте. Я забираю, забираю. Фира дайте, который бегает. Бан, нахуй. Чё у меня зорки пишут, что ты без каски? Я на тебя есть каска. Даже есть. Забагался, полюбало. Вот,
А мне нравится, и музычка тут красивая. Почти так мы сомневаемся. Уже запустил. Смотри, кольцо какое хорошее. Золотое. Оно надо, кстати, кому-то? Нет, забирается в этом. Четвертых спеков же у нас нету. Златов есть. За кристаллы аж 10 спеков можно сделать. Чё за кристалл? Пропасть. В магазине посмотри. Там абсолютная память, по-моему. Это типа и четвертый спек будет? А разве добавили уже на X4? Нихуя себе. Это тут есть на X4? Ну это да. Я тебе ликнул вообще-то с магазина. Ручку первой надо пить. Прикольно. Всего лишь за 99 бонусов эта услуга будет твоя. Угу. Не так много на самом деле. Да нет, охуя. Ну тому, кто может. За спек. Нет, за спек до хуя. Нормально. Но да ну, косарь за спек такое. Где там Невер? Я здесь, у меня этого нет. Наружку ставь череп. Как ставить, если у него ассиста нету? Начинаем. А, угроза есть, РЛ. С этой стороны начнем. Я тебе дал. Я держу на себе на Рока, да? Ой. Ну ты влево идешь танчить, а мою ружку бьет. Давай, что за хуйня? Смотрите, кто еще милик? Только это, да? Только на Рок. Ну да. После Рушки надо Рога бить. Ой, Лока. Хаз Рога. Лока. И косты ему, смотрите, там сбить надо будет. Это пламя огня. Да погнали, Го, Геру, ёбнем, блять, и всё. Смотри, забираешь Вара с той стороны, встаньте все сюда. Лангрис, босс. С этой стороны начинаем, играем по Рушке, заём Геру сразу. Все, поехали, бля. Да, гуляй. Контроль не забывайте только раздавать. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Дальше крест сыграли сразу после этого. Гера снимите. Мозги с полбистол точно. Экзука прохильте. Вы... О, не играйте по луне. Ладно. Ёбаный вар сорвался с цепи. Вы умрёте. Вы умрёте. Вы умрёте. Следующий ДЦшка, Калифа. Без метки готовим. Наши трусы потом подряд. Джал, упади, господи. Ладно, упадет сейчас. Безорка Мурову режь. Не, я рулить не буду, Миша. Здесь у меня это все начали теперь. Инзука, урежь. Ай, ну боже. А зачем Инзука кинжал? У него 39-й, нет? Он тоже 39-й. Нет, у него 32-й. У него, ты че? 32-й. У него 32-й предхас. Зачем его кинжал? А это 32-й с дырки. Он просто с дырки. Убирайте эту тему, подходим к выходу. Сразу тут ближайший запустить. Балумба, не кинжал, конечно. Я вроде заказывал.
Мы в этой стороне подходим, сразу лутаем черного и переходим направо, идем с пулей. Уета, блядь. Рост, блядь. Черный берем все. Где ты белый взял? А какой мне надо брать? Черный бери. Ну, по-моему, танк берет другого цвета. Ты берешь тот же самый цвет, потому что мы бьем таргет белого. Больше цвета набираем. Играем через луну. Вообще на пул. Ну только это, если кто-то сорвет с пула, сорян, ребят, если вы умрете, я ничего не буду делать. Ну, да. Подождем. Давай, если подождете, то не умрете. Да, мы добавим пул по судовой, погротаем, давайте, все. Стоп, я завис. Не бейте вообще. Вот тут нормально. По-моему, Изука не то бил. Возможно. Светлую воронку. Переключили свет. Играем по темной. Переводи. Темную воронку взяли? В луну. Вы умрёте. Но это поводу Айна не взял, потому что не должно пробивать, если да, взял бы. Не взял. Переводи. Да блин, далеко спецспособность, можно было и постоять. Да не, ну нахер, знаешь, мало бы. Что же перейти? Но она могла не взяться просто, типа, всякое бывает. Все, бьем просто. Пока я сам собью, не кикайте. Да кто это? Донт, найди, ой, Донт, Невер, найди мне его. Лишние 2 секунды заруинил. Меня ДБМ выпущил, дай его. У меня успел ревностный брок, ну что это? Сменили. Другую бьем, быстрее. Здесь, блядь. Не успели, ну похуй. Да там уже такой тайминг, что невозможно было сбить. Ну надо было просто играть до конца по этой и все. Переводим. Да, надо было, наверное. Ну слушай, там уже сложно так вот, ориентироваться. Зачем все это сложно? Здесь. Смена цели. Ну играйте в этот, в луну.
Больше ДПС. Тебе, наверное, надо было вставать, добили бы за 20. Да, было хватит, ладно, и все. До конца играем, по-моему, нет. А, так и не надо менять, нормально. Черная сова, когда не видел такое. Да, печально, блядь. Айнан, кинь 7 хождения. Ля ты крыса. Вы знаете, кстати, как правильно вообще, ну, я вот всегда прыгаю камеру вниз, правую кнопку зажимаете и W нажимаете, вы никогда не разобьете даже с хождением. Просто если камеру вниз опустить, ты не разобьешься. Ну, можно разбиться, если просто камеру вниз. А нет. Если камеру вниз плюс W? Нет, просто камеру вниз и все. Ты не разбиваешь. Не, камеру вниз, плюс зажимаешь две кнопки вместо одной. Не, ну W, я не знаю, у меня всегда работало, типа, камера вниз, W. Просто две клавиши зажать на мышке и вниз смотреть, и все. Да-да, типа, хождение, вот, типа, желательно. Каску ребафни, 59 секунд. Айнан, у тебя есть хождение по воде? Кинь его по розу, я хочу протестить, работает ли это до сих пор. Спасибо. Именно. Просто камеру вниз? Да, хотя бы просто камеру вниз. Если сейчас я разобьюсь, но мы знаем, кому ГП. Каски. Лангрис ВП, по-любому. Ну, Лангрис, конечно. Не, Айна, не тебя. Ты все правильно сделал. Я просто камеру вниз. Нормально, нормально, работает. Странно, я всегда нажимал W, а зачем? Вот и я тут. Зачем? Тебе главное, чтобы у тебя движение было, и все, зажато, правая мышка. Не было ничего зажато, просто камеру вниз направил. Странно. Ты меня обучал, наверное, да, 2 года назад? Ну, боже. Этот, кто там разбежит, Зука? Ну, тут, по идее, идеально водовозы хилит или нет? Или лучше оставить? Я не знаю, ты РЛ. Понял. Давай. Не надо, зачем? Пускай два. Хули он тут рассказывает? Я на сферах. Отводить ничего не нужно, будем использовать максимум луж. Но желательно с большой дистанции. Ну вот. Все, давай тогда готовность. Какая тактика? Какая тактика, блядь? Серьезно? Я не танчил его ни разу, что делать? Бей красное, хиль зеленое. Танчишь на луже, моба тоже бьешь на лужу. Моба с лужи не выводишь, потому что он закопается. Все, давайте. 3. Вот этих вот мелких мобов собирать, да? Да. Не, не надо. 2. А будет лучше вылазить. 1. Пулю. О, на луже босса иди. На лужу заводи. А вы не можете лужу тут разбить? Нет. Блять, пацаны, я встаню. Если что, кикните просто этому. Не... босса покиньте. Я по КД в стане стою. Что это такое? Это так должно быть?
моб идет. Я встану все еще. Все. На пулю моба играть, по-моему. И не надо никуда отводить, играем так на месте. Лучше достаточно. Раз, ну, разойдитесь. Ясно, бля, я только хотел поэвэйдить, а он сразу. Он шулит. Неаккуратно, по-моему. Да. Беги, малышка, беги! Ну не аккуратно. Боб, боб дайте. Есть боб? Так а чё ты просишь боб и убегаешь? Ну ты скажи, что ты выкидаешь. Да ну блин, понятно, если я с рейде, значит я кину. Да я дамаг уже получил, поэтому забежал. Да я считаю, жду до последнего. Хватаем босса, подводим его под танка. На пулю. Изуку, кстати, раскол бы не помешал. Ну, умрет и умрет, похуй. Моба забери. Не на могу, я встану. Стан, по-моему, дайте. Я снова встану, там на ком моб. Блин, вообще невозможно под этими станами набирать агро нормально, мне не нравится. Хз, смотрю сейчас, типа, 2600-1800 кпс, по-моему, здесь solid kill нужен. На последней фазе, да? Что? На последней фазе, наверное, нужен будет. Ну, на последней фазе, наоборот, вообще kill не нужен. На последней фазе там же три цели прохиливают танка плюс две метки. Хотя, возможно, Эрдру тяжело этот прохиливать в плане этого. Не, если ДПСеры мощные, быстро сливают жука и дают ему стан, то можно попробовать одного хила. Отводите сейчас дальнюю лужу. Потому что у нас проблема. Бопа нету, я уже отдавал. Корнес можешь дать? Тучка есть. Какая проблема? Боб лангрит. А, тучка есть, всё, не надо, не надо. Ты про чё? Третьего взрывания же не будет. Да не важно, сейчас нас спавнится лучше, там у нас 4 лужи до сих пор есть. Они не спавнятся, видишь, что-то они забагались. Да спавнятся, вот только что заспавнилось над нами, видишь? Ну она видишь, хреново, они все здесь. Ну не суть, просто я там говорю, что это. О, нормально, я этот, я успею. Десять процентов. Моба сыграли? Блять, а у всех лужа расслоенная. Я встань. Стан, дайте по мобу. Зачем он на лужу стоит? Геру, давай, начинаем играть по мобу. Не успели до моба. В смысле не успели? Он еще не вышел. Ну, сейчас выйдет, нет? Успеем, все выйдет. А, приступав сняли все. Их на хп тоже сняли. Бля, вообще не очень понимаю, типа, какой смысл в это все снимать, если он снимает процентно от текущего. Ну, типа, чем ну, хп, тем больше... Процентно хп, от текущего. Ну, текущего. Чем больше у тебя хп,
у тебя даже в меньшем проценте больше хила идет. Ладно, вот все, я не хочу об этом говорить. Понял. Тут надо человека, знающего математику. Спорите просто так. Так я знаю математику, поэтому и говорю. Процентно от текущего. То есть какой смысл, если все равно, когда у тебя будет 2к хп, он будет бить по тебе 200. Но когда ты понимаешь, смысла снимать нету. Разница 30. Смысла снимать нету, я знаю. Ты поставишь либо за тик большее количество, либо меньше. Да, а в чем разница? Опа. Ого, 2 рецепта. Надо хоть один сролить. О, кстати, щит. Вот эти запы кожи. Кстати, оба щита заебись. Три щита заебись. Нихуя, он мне бдитель. Лангрис, а зачем? А, подожди, это посох, я долбоёб. Я думал, что это третий щит. А я что-то отказался от посоха. Всем спасибо. Надо хорошего сновидения всем. Да, всем спокойно. Посох надо кому-то, кто-то стролит. Блять, отказался. Ой, я даже не знаю, он вроде бы мне и нужен, и вроде бы и нет. Я не уверен. А кто строит? ШП. Он вроде бы и неплохой. У меня, блядь, на меткость есть плащ, шею поменять. У меня хосты нету. А там сколько? 90. Тут 116 хосты, блядь. Вкусно. Вот, хосты бы не помешалось тут. Ура, поставки подъехали, ура! Сильно надо ничего. Обери его нахуй. Спасибо. Легис, они не особо дорогой. Опять лаги с этим, походу, подъехали. С долбанным аукционом. Приехали, походу, ребят. Не, нормально работает. Нормально работает? У меня, да. А что ты хочешь купить? Гессонит. Гессонит плюс СИЗУ, сейчас кольцо буду 200, ну, с кары брать. Два сокета туда загоню. По кусочкам там, он сейчас... Там профитно. Ну да, я кусочек хочу взять. У меня как раз 4 есть. Это будет 5-й.